Идем! Идем, ребятки! Легко и просто! Все, мне капсда. Вас много, ребят, вас много! Вас много, я один! Нет! В очередь, сукины дети! Ай, куда я? В тупик! Ребятушки, привет! Меня зовут Андрон, ты на канале Лесин. Андрон Лесин. Сегодня хочу продолжить играть Сэма. Никакой болтовни, только мясное мясо, с позволения сказать. Только мясо, ребятки. Погнали, полетели. Sounds like we're about to have company. Идем! Идем, ребятки! Идем, готов к вам! Отступай, отец! Отступай, святой! Святой! Святоша назад! Только движение назад! Движение! Вот есть движение вперед, а нам нужно движение назад! Так и не иначе! Только так и не иначе! Кто еще? Кто и где еще? Иди сюда! Иди, последний остался! А ты все стоишь, балбистый эдакий! Не, я где-то еще слышу кого-то! Гаденыш! Да что вы? Сколько вас там? Все, вы подуспокоились? Истерички. Это? О, вау! What a lovely view! Planet Earth, baby! Погнали, ребятки, я вижу метку. Хорош это было легко! Легко, я сказал! И просто! А че никто на Кенни не нападает? Ладно, хорошо. Легко и просто! Бабая! Бабая! Ну, погнали дальше. И все. И это так все было просто. Заткнись, тварина. That's right, you sons of bitches! I'll fuck metal! I'll fuck your whole army! Come at me, you alien pendejos! You want Mexican? I got Mexican! You want American? I got American! Y'all wanna bite me? Come get your chile con carne! Rodriguez. What he said. Поддерживаю, говорит. Ха-ха-ха! Джонс, красавчик! Джонс, ты мне нравишься. Сэм! Nice to see you and... We do this later. This looks like a combat situation. Кайф! Все, мне капсда. Плохо. Все плохо. Идем сюда. Идем ко мне.
Где? Где, где, где? Ой, нет, 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 нет! Все! А папа-то напрягся? А папа-то напрягся? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 ребят. Не надо орать. Не надо орать. Не надо. Не орем. Да чё же вас так много-то? Да кто-нибудь будет разбираться с ними, да или я буду один это все делать? Один хп, хорош. Как нам захилиться? Как нам захилиться? Вот вопрос на миллион. Один хп, ну что вы хотите, чтобы я с одним хп сделал? На одном хп, да ладно. Много, много. Вас много, ребят, вас много. Вас много, я один. Вас много, я один, так не должно быть. Помогать, помогать, помогать. Охренеть, охренеть. Охренеть. Помогать, 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 батя. На одном хп! Ты видел это? Ты видел это, Родригес? На одном хп! Ни хрена ты не видел! Так. Хорошо, хорошо. Ну все, далеко я. Далеко я и долго не проживу. На одном хп! Да. Давай попробуем еще разочек. Блин, очень круто, что пацаны помогают. Один я бы не справился. Где, 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 где? Хорош. Хорош. Вот еще один. Вот еще один. Хорош, ребятки, хорош. Командная работа. Командная работа, жопу. Прикройте мне мой зад. Надо прикрыть мой зад. Он слишком нежный. Кройте его. Отлично. Work, да, парни, молодцы. Погнали дальше. Давайте без вот этой вот сюсички-мусички. Кто там у нас следующий? Биг босс. Time to break out the big gun. Давай, давай, the minigun? Давай, 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 давай. You know what she's like. Дай мне его, дай мне его, дай мне его. Кончай пипикать. Дай мне его. Давай, бро. Просто
просто град. Это град просто. Просто град какой-то. Давай, давай, машина. Давай. Ой-ой-ой, я в самой жопе мира. Я в самой... Давай. Все. Свалить оттуда. А да ладно, мы решили этот вопрос. Отлично. Это, друзья мои, экс-змея. Кончай пипикать, Родригес. Погнали дальше. Хорош, девочка моя. Хорош. Hellfire. Hey boys, did you miss me? Мы, конечно, скучали. Hey Carter, what's new? Did you know this exact same model of bus was used in the assassination attempt on the... Step on it. We got bonies on our tail. Ezekiel went to the Valley of Bones. And the Lord said to him, "Can these bones live?" А живут ли эти кости? And Ezekiel said, "Yes." "O Lord, they will obey your commands." Брент спрашивает, задавайте вопросы позже. Sam, I need the team to place 8 beacons. I've uploaded the target locations to your Nitrix app. Okay, guys. All we need to do is take these doodads to their designated locations. Rodriguez, you go north. Kenny, west. Jones, do the stadium. Kenny West, говорит. Kenny West, где Kenny West? Rodriguez, говорит, ты пойдешь на север. Kenny West. I'll be in the car. А чё, кто будет нас? Будет нас кто-то драть, или мы сегодня... Или мы по-своему? Ой-ой-ой, а ну-ка давай вот так, а ну-ка давай вот так. Так, работает. Хорош. Хорош. Есть еще кто? Есть. Хорош, мне нравится. Коллиматор это тема. Кто еще? Привет, ребятки. Оу, привет, малыш. Тебя-то я и ждал. Идем. Иди. Ах ты, гаденыш, он еще стреляет в меня. Есть еще кто? Ребят. Так. Так, короче, у нас режим стелс, да? Это, ну, не прям стелс конкретный, но такой. Такой полустелс. Ладно, пусть будет так. Ну, конечно. Ну, вот и все. Недолго счастье длилось. Кончились патрончики. Так, нам нужен... Привет, дроп! Хорош. Сейчас мы чекаем уголки и двигаемся дальше. Хорош. Kenny West. Интересно, Kenny West знает, что в этой игрушке он есть? Это что такое? Ключи. Круть. От чего? От чего-то важного. Я греб. Где? Все, капсда. Я не то, не в ту сторону двинулся.
Да что вы орете, не орите, мне страшно! Да не орите вы так! Да что ж вы разорались-то, а? Попал. Фу! Есть? Есть. Ох, меня жестко поимели. Жесточайше. Хил. I need to heal. I want to heal. I got a bone to pick with you. Так, два выстрела. Костяшкам нужно два выстрела. Новая дополнительная цель. Откройте дверь. Окей, открою дверь. Why do I keep running into locked doors? Ищем ключ. Окей. Ищем ключ. Am I the only one who knows you shouldn't answer a rhetorical question? No, sir, I... Я извиняюсь. Сейчас мы решим этот вопрос. Решим. Кто? У кого есть что мне сказать? Иди поговорим. Иди, кто? А ты иди сюда. Кто еще? Опа. Последний выстрел. Где ты есть? Все, закрыт с тобой вопрос. Плотненько. И все это ради чего? Ничего. Так, дополнительная цель. Ищем ключ. Hey, guess what I found? More rhetorical questions? Пошли наверх. Пойдем попробуем сверху все-таки начать. Team, status update. Мясо! Ты хотел мясо? Держи мясо! Ты же, говорит, просил у нас мясо! Вот тебе мясо, коль ты просил! Вот оно мясо! Вот это то самое мясо! Вот это тот самый крутой сын, которого ты хотел получать! Ну все, здесь же все. Да, все, музычка закончилась, значит, все хорошо. И погнали, у нас теперь есть ключ. Я там, где надо. Ну, все как обычно. Достаточно дойти до центра этой комнаты, и начнется задница. Чекайте. Бежим в центр комнаты и получаем задницу. Вот и задница. Погнали, тревожная музычка. Иди сюда. Опа! Красиво. Кто еще? Опа! Хорош. Хорош! Среди березок! Да я как дома! Это, конечно, не березки, но я все равно как дома. Хорош. Так, сначала решать вот этих мелких. Они мне категорически не нравятся. А давай на одну линию у вас. Отлично. Хорошо. Давай уже! Хорошо. Что-то все как-то очень легко стало. Слушайте, мне кажется, игра адаптировалась и поменяла мне уровень сложности. У меня такое серьезное ощущение.
О нет, это я ошибся! Никто мне ничего не менял, все я понял. Установить первый маяк. Давайте ближе, чуть ближе. О, тут еще и вы. Все, понял, я вас понял. Опа, о, вот оно, вот режим. Вот режим начался, вот началось. Вот это началось, все одновременно. Нет, в очередь, сукины дети! В очередь, кому мясо, кому тело комиссарского? Все в очередь, я сказал. Оу, больно было. Ты мяшился. Хорош. О да, хорош. Опа. Эп. Где еще? Вон. А что это такое? А, установить маяк. Фу ты, елки. Бейкон сет. Бейкон. Bacon? I shouldn't have skipped breakfast. Ну давай поговорим. Это была демонстрация силы. И погнали. Слушай, что-то какой-то не такой ты и крутой. Не такой ты и крутой, бро. Какой-то ты прям никакой. Здесь есть парни поопаснее. Ай, у меня заряды! Блин, я пытаюсь с гранатометом, а у меня заряды кончились. Где? О, теперь я слышу где. Теперь я просто банально слышу где. Давай, уёбан забитый. Давай, пошёл. Подальше отсюда. Хорошо. Да заткнись ты! Слева. Блин, у меня кончился. Я зря так активно... гранатометом пользовался. Он бы мне сейчас... Кто скачет? Я ничего не скажу, потому что у меня задница здесь! У меня тут жопа! Сейчас меня кончат! Сейчас меня покончают! Ай! Так... Ну, движемся. Давай, бро, я готов к тебе. Guys, looks like we got zealots. Remember, Kitty, shoot him in the back. Yes, sir. Back shooting commencing. Легко. Просто никак. Просто. Sorry, I'm on duty. Никакой, бро. Никакой просто. В школу. Снова в третий класс. О, еще такой же? Опа.
Вот, а вот теперь все не так весело. А теперь все не так весело. Все. Был неправ. Очень какой, бро. Хотя, сука, никакой. Вообще никакой. Без братанов никакой. Просто никакой. Ай, куда я? В тупик! Дайте выйти отсюда! О, я по нему запрыгнул, прикинь. Где? Да вы сегодня будете помирать. Кто? Опять я в тот же тупик. Ай, опять по нему запрыгнул. Кайф, хорош. Идем сюда. Идем, ребят. Идем поговорим. Я снова в тупике. Нет. Идем поговорим. Ты сейчас ляжешь. Ты сейчас должен лечь. Лежать, я сказал. Вот сейчас, смотри. Лежать. Ох ты, сучка. Лежать, я сказал. Вот так вот. И последний остался. С одним мы легко решим вопрос. Хорош! Движемся дальше. Is an alien artifact near the area you are currently in. It once belonged to the Great Syrian Warrior. Oh, but I've spilled my sauerkraut over my keyboard. I'm sure you can find it. Да, дайте мне стрельнуть из него. Просто дай мне повод, Костяшка. Ой, прилетело. Дай мне повод, Костяшка. Тихо, ты чё? Ты чё, бро? Это что такое было? Погнали. Погнали с пистолета в режим. Режим ярости из пистолета. Режим ярости кончается! Меня оружие, балбес! Меня оружие, сука! Ну давай поговорим. Кого он несет? Джонса, ёмана! Это... I'm gonna cut you into little pieces. I hope you enjoyed that meal, because it sure as hell is gonna be your last. Давай, бро. Под него. Он сейчас уйдет отсюда. Давай, решай. Легко и просто. Ты неповоротливый, нерасторопливый, ты дурилка, ты картонная. Я раскромсаю тебя на винегрет. Ты вареная... Так. Ты вареная морковка в моем салате. Ты свекла. Ты просто никакой. Никакой ты. Никакущий. Насы на него просто. Насы на него и закроем этот вопрос. He had a brother, you know. The guy you just killed. I'll have to call and tell him some damn alien killed Tom. Oh. Ну, маяк. Как бы там ни было, маяк поставить надо.
And I'll say, I stuck this beacon right through that bastard alien's skull. Do you think that'll make him feel better? Let's find out together. Oh, хорош. Прям в глазное яблоко. Keep losing your signal. There's too much interference. All beacons are placed and primed. But we have to clear the perimeter. There's a minute to reach the minimum safe distance. We are not outside the target area. We got confirmation from the ground. Engage the HARP array. Sir, I'm not sure that's what Stone... Все, ребятушки, все, все, как-то так. Две главы пройдены, впереди еще две главы. Если тебе понравился вот такой мясной монтаж, просто мясо, минимум текста, просто к чему здесь вся, к чему здесь какая-то информация, просто мясо рубилово, месилово. Лайкос под роликом, коммент под роликом. И мы продолжим дальше. Мы пройдем 3-4 главу в том же духе. В том же духе мы пройдем вот эти 3-4 главы. Да. Спасибо тебе за лайкос, спасибо за коммент. Я с тобой прощаюсь. Доброго утра, дня, вечера. Что у вас там? Пока!